21 января 1943 года. Полностью читаешь ночью. Встало солнце огневое, и снежком пыля зимний холод тронул хвою у стены Кремля. Часовым пора смениться и звенит земля перед ленинской гробницей у стены Кремля. Эту поступь слушай, Ленин, и уверен будь, неуклонен, неизменен наш победный путь. Слушай весть освобождения с Дона и Донца, Ленинград ломает звенья вражьего кольца. В день священной годовщины отступает враг. В первых селах Украины вьется красный флаг. У бурливых вод кавказских и степи родной палачей в немецких касках мы тесним стеной. Пред могилой полководца клятву мы даем. Будем яростней бороться за тебя врагом. Отстоят твое наследие верные войска. Их ведет вперед к победе Сталина рука. Ленинградским детям нет ребят на свете. Доблестней, чем вы, юноши и дети с берегов Невы. Я встречал вас в школах, в парках и в садах, на катках веселых дачных поездах. Но настало время юношам страны разделить со всеми честь и труд войны. Караулить склады, разгребать снега, строить баррикады на пути врага. На чердачной балке ночью сторожить, вражьи зажигалки на дворе тушить. Помощь и отрада боевой семьи. Дети Ленинграда, земляки мои. –